Всем привет! Я сейчас покажу небольшие покупки из магазина «Светофор». Мы заехали с мужем для того, чтобы просто осмотреться и увидеть, какой там есть ассортимент на будущее. Значит, находится Ковская область, Сергиев Посад, Ярославское шоссе 4, корпус В. Решили попробовать временно вот такие разделочные пластиковые доски. В наборе две штуки было. Вот такие вот удобные отверстия, ручки для переноса, для подвешивания. Такие красивые цвета, сочные. Мы уже попробовали, естественно, за буквально несколько раз использование. Конечно же, вот такие вот порезы остаются. Приобрели ватные палочки, 500 штук. Какая-то фирма «Акваэлла». Как мы видим, ими можно пользоваться не только по прямому назначению, но также, например, девушки тушью, например, накрасились или там тени осыпались. Можно просто взять немножко лосьон, воду или мицеллярную водичку, нанести и стереть. Приобрели вот такой гель для душа с экстрактом лаванды, объем целый литр. Но не для того, чтобы им мыться в душе, в ванной, а для того, чтобы мыть ими руки. Оставлю баночки с дозаторами, туда переливаю гели для душа и пользуюсь. Мне очень нравится аромат лаванды, здесь он такой же интересный, с горчинкой, приятный. Мне нравятся свойства лаванды для релакса, расслабления, успокоения. Здесь пишут, что пенный эффект, прекрасный аромат и защита pH баланса. Состав можете посмотреть. Себе я купила уже непосредственно мыться такой вот отдав крем-гель для душа. Лимитированная коллекция. Здесь масло ши и аромат пряной ванили. Мои любимые ароматы. 0% сульфатов. Вот, можете также здесь посмотреть состав. Для мытья посуды и сантехники я купила соду, никогда не пользовалась, хочу начать и отказаться от химозных вот этих вот пемолюксов. Здесь 600 грамм в картонной упаковке, здесь очень подробная инструкция, здесь можно ее использовать и для ручной, и машинной стирки, мытья посуды, кафельных поверхностей, сантехники, полы и даже для растений. Конечно же, я приобрела губки для мытья посуды. Мне нравится именно такой небольшой формат. Они намного удобнее, чем большие или широкие. Вот такой большой шампунь для всей семьи называется. Купил муж с аромата морского бриза, целый литр. Но для того, чтобы на работе мыть руки. Вот такой вот носик, он просто будет переливать в банку с дозатором, с помпой и мыть руки. Вот такой вот суперконцентрат Ленор с ароматом скандинавской весны. 4 литра здесь с ручкой, очень удобно. Для анализов я всегда покупаю, но вдруг понадобится срочно, а нету, бежать в аптеку неудобно. Вот такие контейнеры. Они дешевле, чем в фикс-прайсе. В фикс-прайсе, по-моему, 13 рублей или 11 рублей. Теперь остались продукты. Из продуктов мы купили вот такой майонез, потому что мы им пользуемся. Мистер Рико на перепелином яйце. Премиум. Здесь такой большой объем, 850 миллилитров. Решили попробовать гранатовый сок. Но это не чисто гранатовый сок. Здесь у нас идет... Это напиток сокосодержащий, мультифруктовый. Сок черноплодной смородины, он мне очень нравится по вкусу. Гранатовый сок, сахар, регулятор кислотности. Ну, далее вы уже все видите. И я очень люблю кокос, поэтому когда увидела, сразу схватила вот такую упаковку. Одну я вчера попробовала, здесь 5 штук в наборе. Это злаковый батончик с кокосом. Может быть, увидите состав. А кокосовый аромат обалденный. Он сладкий, неприторный. Ну, это на мой вкус. Также для любителей шоколада прослойка придется по вкусу. Но он твердоват. То есть он такой, знаете, нужно тщательно прожевать. Может прилипнуть к зубам. Но попробуйте.